Всем здорово. Ну что, продолжим с вами воевать на кораблях. Так, у меня 700, ну, грубо говоря, 730 бача, еще мы можем купить. Не, мы будем брать чисто из российских кораблей. 730 бачей. А, ну, в принципе, даже смотреть дальше нечего. Три ляма, ну пиздец. Вон, ну, что, тогда на этом попробуем. Ну а все, там пиздец, там дальше, короче, идет за сумму. За три ляма, а у меня вон бабла-то. Булайка плакала. Че, ладно, тогда что, стартуем на этом корабле. Так, что у нас поэтому? Быстро играем. Чтобы не в офлайн режим не заходить, прям именно человеком погонять. Нормальный карп попадется здесь сейчас. Ну, в принципе, более-менее нормально. Исполнять приказания по машинному телеграфу. И здесь меня кинуло. Я в ночь рядом здесь. Корабль к бою приготовить. Боевая готовность 2. По местам стоять. Наблюдаю групповую посадку на цель с носовых углов.
надирают-то? Смена ракетных ловушек произведена! Захват цели произведен! Б-2, приготовить к стрельбе главный ракетный комплекс. Готовность есть! Нам надо взлать экранная воздушная цель! Мы подождем врага. Попадаем мелкие разрушения. Вот сейчас подождем, вот подождем. Надо было меня потопить, а не всегда ж мне выигрывать. Сложный бой. Да блин, еще такие достаются карты прям унылые, как этот говно мамонта. Ну блин, опять. Сука, мрачно, темно и противно. Исполнять приказания по машинному телеграфу. Вперед, ход 15. Давай с общими кораблями поплыву. Пойду, точнее, пизжу. Подлодку прикроем. Самый полный ход. Пойдем под воду ушел. Пиздец, я один опять остался. Хвосты в гриву имеют, блядь. Блядь, что за хуйня там с кораблями-то? Они такие прям мощные. Либо я фуфел тряпочный. Блядь, тут систему ПВО надо улучшать.
улучшать, либо сам корабль улучшать надо. Ну тут пиздец, ну это, блядь, я даже ничего сделать не успеваю. А сейчас тут стоит ракета Оникс, это Брамов. Блядь, ну хуй знает. Улучшенный, так у меня корвет улучшенный уже. Блять, флаг он тут в хуй вообще не вперся. Ну уже хотя бы более-менее что-то. Но тут реально с такими... Это ты хорош под воду плывать. Сейчас попробуем с новым оборудованием, улучшенным, так сказать. Бля, ну два боя подряд нахуй сливаться, это пиздец. У меня попробуй-то больше только этот. Авиация кошмарит. Да, блять, опять такая же карта. Да что ж такое-то? Почему меня все от основного флота откидывают? Для Веноса держаться. Я думаю, нормально будет. Я буду прикрывать авианосец. Обе машины вперед, дал. Ебать он дал.
сука. Командиру БЧ-2, воздушные цели уничтожить. Тревожная группа к ремонтным работам готова. Слышу шум торпеды, дистанция быстро сокращается. Всегда все должно быть хорошо. Не ожидал, что настолько мне просто очко разорвут лоскуты. Ну, блять, тем не менее. Все это больше только авиация кошмарит, все, пиздец, нахуй. Как так вот, ребят, блять. Так вот, короче, бой. Ебли меня как хотели только в этом бою. Тоже, в принципе, показатель. Давайте сейчас мастерскую проверим. Понятно, а я тогда покупал, блять, я здесь ничего не ставил, ну заебись. А, тут это только за эти деньги. Такой себе. Ну да, тут только за эти. Игла. Даже голос пропал. Все, ребят, давайте. Всем счастливо. Увидимся в море.